Владимир Путин отметил эффективность формата G20. Российский президент дал интервью немецкой газете в преддверии саммита в Гамбурге. Путин отметил, что формат двадцатки очень эффективен. Он позволил преодолеть последствия финансово-экономического кризиса. G20 помогает согласовать интересы и позиции ведущих экономик мира. Во многом это происходит благодаря той исключительной ответственности, с которой страны-председатели подходят к выполнению возложенной на них миссии. Говорю это, опираясь в том числе и на наш собственный опыт. Поскольку Россия председательствовала в группе 20 в 2013 году и получила серьезную поддержку со стороны всех партнеров.